Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня, девчонки, мы работаем, кстати, не нравятся эти видео, но я вас уверяю, что вы влюбитесь точно так же, как и я в эту пряжу. У меня, опять же, куча идей, куча всего. Вот свитер сейчас вяжем, вот он у меня, прекрасная вещь получается, теплая, мягкая, быстро, самое главное. И еще в голове миллион вещей. Сегодня я работаю с Alize Puffy Fine, это аналог Alize Puffy, но здесь поменьше вот эти вот глазки, дырочки, петельки. Купить пряжу, идеально подходящую для вашего будущего вязаного шедевра, можно без лишних хлопот. Достаточно просто посетить наш интернет-магазин. Вас ждет широкий выбор разнообразной пряжи. В ассортименте нашего интернет-магазина представлена пряжа хорошего качества, таких проверенных тысячами клиентов-производителей, как Alize и Yarnart. Мы внимательны к каждому клиенту. Мы бережно и с любовью упаковываем все ваши посылки. Мы оповещаем вас об акциях, скидках и пополнении ассортимента. Мы хотим вдохновлять вас. Мы хотим быть лучше для вас, наших любимых клиентов. Чтобы купить пряжу, обращайтесь к нам. Вещи, связанные с нашей пряжей, будут очень удобными, теплыми, уютными. Будут носиться долго и станут главным украшением гардероба каждого нашего клиента. Покупать пряжу для вязания у нас удобно и надежно. Доставка осуществляется новой укрпочтой по всей Украине. Вот, вяжу я джемпер, и, вы знаете, пробовала, вот приспосабливаются все как хотят, мне проще руками, хотя я пробовала крючком, сейчас я вам покажу и руками, и крючком, вот, а вы себе потренируетесь и определитесь, что вам удобнее. Значит, узор у меня резинка 3х1, 3 лицевые, 1 изнаночная. Вот она, основная деталь. Так как она большая, я вам покажу на начало. Именно начало, дальше уже виднее будет, я буду показывать на основной детали. А вот само начало, оно очень важно здесь не перекрутить все. И правильно начать, вот, потому что потом он может перекрутиться. Очень внимательно, прям на столе, вот так, как я вам сейчас буду показывать, вы точно так же начинаете на 96 вот этих вот дырочек, глазок, петелечек. Это 24 раппорта у нас будет, вот в круговое вязание здесь 12 раппортов и здесь 12 раппортов в основной детали. То есть вы сейчас, я сделаю на 4 раппорта спинку и 4 раппорта передняя деталь, значит 8 раппортов у меня будет, 8 и 4, 32 петли. Вы же отсчитываем, значит, что у меня здесь видим, да, начало такое вот безобразное. Так, этого делать не надо, это я эксперимент провела. Значит, отсчитываем 96 петель, я 32. Ну вот отсчитываем так, чтобы разложить на столе. И вот смотрите, чтобы перекрутить, чтобы не было перекрута, чтобы ровно-ровно, вот ровно у нас все ложилось. От этого сейчас момента зависит очень многое, девчонки. Потому что я сейчас расскажу, что у меня случилось. Поначалу я долго не могла определить плотность и перевязывала. Ну, в общем, этот джемпер я 6 раз точно перевязывала. Когда я уже попала в количество петель, которые нравятся, у меня перекрутилось вот это все безобразие. Значит, вот так вот раскладываем, чтобы все у нас нигде не было перекручено. И отсчитываем 96 петель. Я 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Давайте еще я 8 на 40 сделаю. 16, 17, 18, 19, 20. Вот она. Мой как бы стык, 40 петель. Теперь что я делаю? Вот смотрите, я соединила вот это все дело в кольцо. Ни в коем случае не перекручиваем, не переворачиваем. Вот так вот наложила здесь, держу, прям держу пальцем, чтобы, не дай бог,
ничего у меня не перекрутилось. Первый ряд вяжем вот так вот на столе. Да, это неудобно, да, это муторно, но нам нужно не перекрутить, потому что если на весу, то это может закончиться плохо. Значит, 3 петли лицевые. Вот, кстати, вот конец ряда, то, что я отсчитала. Кстати, я вот здесь вот уже и перекрутила. Так, еще раз. 40 петель. Раз, два, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот она. Все. Теперь вот так вот увожу вот эту вот петлю. Это уже петля следующего ряда. Увожу за эту петлю и продеваю через петли как бы первого вот этого кольца. Это у меня одна лицевая петля. Далее вторая лицевая петля. То есть мы снизу наверх продеваем эти петли. И третья лицевая петля есть. Теперь нам нужно провязать изнаночную. Мы уводим вот эту рабочую нить вперед. И теперь уже сверху вниз мы берем петельку и продеваем сверху вниз петлю предыдущего ряда. Есть. Снова уводим назад. 3 петли снизу и вверх. Раз. Два. Три. Есть. Теперь уводим вперед. Следующая петля изнаночная. Сверху вниз. Назад. 3 петли. Раз, два, три, вперед, изнаночная, то есть три лицевые у нас, три, одна изнаночная, назад, раз, два, три. Вперед, изнаночная, назад, и последняя петля. Вот смотрите, последняя петля у нас изнаночная. Теперь проверяем вот четко, чтобы у нас все было ровно. Тут немного изнаночная затягивает туда, но проверяем по вот этому краю, чтобы он был у нас внутри. И далее вяжем, далее следующий круг точно так же, 3 лицевые. Здесь уже можно отпустить. Я думаю, уже когда вы пошли на второй круг, то уже оно не перекрутится. Нет, уже достаточно уверенно оно здесь держится, поэтому не нужно.
Вот смотрите, видите, я дохожу сюда, и здесь уже видно, что оно все сложено как бы нормально уже. То есть важен первый ряд, не перекрутить, потому что у меня уже там получилась была восьмерка. Так, есть ряд. И вот так вот продолжаем вязать по кругу. Здесь что мы делаем? Вот этим концом. А, я же еще хотела показать вам крючком. Сейчас, вот видите, я конец увожу сюда. И здесь обычной иголкой и ниточкой вот здесь вот прихватить. Просто подшить. Теперь крючком, да, я говорила, покажу. Пробовала. Может, я со временем и приспособлюсь. Но кому неудобно пальцами, можно вот так вот крючком, если вам крючком будет удобнее. Возможно, вы знаете, я вот смотрю, сейчас я попробую, может, потренируюсь, может, и правда лучше крючком. Как думаете, девчонки, может, у кого есть какие-то свои лайфхаки по работе с этой пряжей? Как это все ускорить? Так, вот смотрите, кстати, приспособилась я крючком, и довольно-таки неплохо, девчонки. Вы смотрите, у кого пальчики пополнее, чем у меня, возможно, вам будет неудобно. Поэтому вполне себе реально использовать крючок. Сейчас я еще не так как бы уверена, я им владею, но должна вам сказать, что потом... Сейчас я попробую, я там до воротника дошла, вот на джемпере, и попробую воротник связать, потом, когда буду на воротнике закрывать петли, я вам скажу свое мнение об крючке. Так, на данном этапе мы, значит, вяжем вверх, 24 ряда, 24 круга образуются у нас вот такие вот полоски. Вот они. Я же говорю, там, если я буду снимать полную версию, то это будет кошмар-караул. Так, здесь у меня слетела петля, либо я ее пропустила. Значит, теперь на середине мы первую, вернее, вот на боку, изнаночную петлю мы оставляем в ту сторону. Сейчас мы вяжем спинку. Для этого нам нужно все вязание разделить пополам. У меня здесь по 5 полосок, у вас по 12. То есть вы берете, провязываете от бока 12 полосок. Я провязываю 5. Так, довязала до конца ряда, у вас это 12 полоска, изнаночную петлю мы оставляем, мы ее потом уберем. Теперь вот так вот у вас лежит вязание, теперь мы эту рабочую нить так вот проворачиваем справа налево. И теперь не забываем вот здесь, теперь мы будем вязать только вот эти 12 полос. Я имею в виду оригинал, здесь 5, но в оригинале 12, значит, начиная с первой петли провязываем. Здесь ничего мы не снимаем, иначе у нас будет все очень некрасиво. Провязываем и первую и последнюю петлю. Теперь мы вяжем слева направо. Здесь это все очень удобно. Если на спицах у нас так нужно приноровиться, приспособиться. А, кстати, я уже опять пальцами, видите, начала. Ну, в общем, девчонки, пробуйте, чем вам удобнее. Пишите потом, может, потолще взять крючок будет удобнее, таким толстым, знаете. Я тоже начинаю, у меня есть идеи в голове, ну, как приспособиться и какие-то лайфхаки на эту пряжу. Вы мне, пожалуйста, пишите, потому что я тоже с ней сейчас знакомлюсь, мне с ней интересно работать. Вот,
и будем вместе. Идей, я же говорю, повторюсь, у меня масса идей на эти все вещи, именно на эту пряжу. Я надеюсь, что в наше-то время, при нехватке времени, вот, это вообще шикарная пряжа для того, чтобы быстро все сделать. Для таких скоростных и быстрых вещей, как я люблю, как вы любите вместе со мной. Так, есть. Это как бы изнаночный ряд. Он у нас идет слева направо. Теперь мы снова нить вводим туда. И вяжем лицевой как бы ряд, да? Справа налево. Вот так вот и продолжаем. Вот, 24 ряда у меня до проймы. После проймы у нас 14 рядов по спинке. Вот она. И далее у меня уже видео идет. То есть здесь остались открытые петли. Вот половина, смотрите. Видите, половина у меня в работе. Здесь остались открытые петли. И вот это вот изнаночные, здесь и здесь, она у нас по боковому шву как бы получается. Далее мы ее уберем. Так, господи, боже мой, я провязала, девчонки, 14 рядов. Вот я вам сейчас показываю, вот от проймы, 14 рядов. И вот уже я распустила кусочек. Сейчас я дойду до конца. Так, есть. Вот теперь я слева направо. Вот смотрите, беру вот эти открытые петли и как бы закрываю их. Продеваю следующую петлю через предыдущую. Вот она первая петля, через нее продеваю. Вот смотрите, что сделала. И так до конца ряда, то есть я закрываю все петли. Такая вот косичка у нас получается. Не забываем, сзади изнаночная наша болтается. Так, проверяю, а то вдруг еще что-то потеряла. Так, есть. Значит, что я здесь делаю? Я просто вот так вот последнюю вот эту петелечку я отрезаю. А последнюю петельку разрезаю, как обычно, затягивая последнюю петлю. Вот и все. И спинка у меня готова. Теперь что я делаю с передней деталью? Значит, берем вот эту изнаночную, так, спиночка видно, да, девчонки, всем видно, что у меня здесь происходит.
Так, значит, у нас здесь остались две изнаночные по бокам. Я вот так вот беру и протягиваю петлю первую через две петли, то есть сократила изнаночную, и далее вяжу. По узору, естественно, в конце мы тоже сократим эту изнаночную. То есть здесь у меня получилось 3 лицевые, изнаночную я сократила, я провязала их 2 вместе. Так, вот я довязала до конца, девчонки, ряд вот этот вот, и снова 2 последние я провязываю вместе, то есть сокращаю вот эту вот изнаночную петлю и далее вяжу слева направо, вот. И вяжу 12 полосок, как и на спинке. Продолжаем. Так, смотрим, девчонки, провязала я 10 рядов. Так, не 14 как по спинке, а 10. И теперь я отделяю, вот у нас здесь 12 вот этих полос, я отделяю средние 4, вот они 4, 4 сюда и 4 сюда, и сейчас вот эти средние 4 я просто оставляю и вяжу вот эти 4. Сейчас показываю. То есть плечо. Так как по спинке у нас 14 рядов, по переду пока 10. Но вязать я буду не 4 сейчас ряда, а либо 6, либо 8. Сейчас я визуально провяжу и определюсь, девчонки, потому что у нас выреза по горловине как бы нет, по спиночке, на 2 ряда, 6 рядов, скорее всего. Чтобы это все дело у меня ушло немножечко сзади, чтобы сформировалось назад. Так, я уже, по-моему, пошла дальше. Вот, 1, 2, 3, 4. Здесь 4 пойдет на горловину. И последнюю закончу. Не знаю, увидели вы или не увидели. У меня отключилась камера. Значит, вот, провязала я 4 полосы. И остановилась на изнаночной петле. Давайте я... Вот, вот он, 4 полосочки, 1, 2, 3, 4. 4 средние мы оставим на горловину, и 4 последние, это будет второе плечо. Теперь я буду вязать слева направо. Всего у меня 6 рядов будет. Сначала думала, что 8, но решила, что 6 все-таки хватит. Почему не 4? Потому что спинка у нас 14, казалось бы, логически... Надо было бы 4, но я хочу чуть-чуть сделать перекос, как бы плечо сместить на спинку. Вот, поэтому 2 ряда здесь как бы будут плюс 2 ряда к 14. И вот вяжу я 6 рядов таким образом. Так, вот провязала я 6 рядов. Все. Показывая все, вот они, чуть-чуть больше, видите, чем передняя деталь. Это так и нужно было. И теперь снова я закрываю петли, вторую петлю продеваю через первую, и снова вторую через первую, вторую через первую,
не забываем те, которые сзади. Есть последнюю петельку, отрезаем и протягиваем через. Так, есть. Теперь вот смотрите, у нас здесь вот такая вот косичка, и я хочу, чтобы эта косичка была на лицевой стороне, вот такая вот она была декоративная. Что я сделаю? Я с изнаночной стороны беру иглу обычную с нитью, выворачиваю наизнанку вот стык, совмещаю ту линию плеча, вот она. Видите, вот вход в рукав, и вот она, линия плеча. И сшиваю с изнанки. Притом, вот эту косичку я как бы подворачиваю туда, снаружи. Наружу, да? Видите, оно на этой пряже, это насколько так прекрасно вяжется, что или сшивается, тут вообще совершенно не видна нить. Вот она, лицевая последняя, и там лицевая последняя. Я здесь делаю узелок и благополучно заканчиваю это плечо. Так, сейчас покажу вам плечико. Вот оно. Видите, у меня вот эти вот косички, как бы снаружи, не как бы, а снаружи, они еще подвыпрямляются. Вот. Этого эффекта я, в принципе, и хотела. Подровнять эти косички. Красиво их. Надо просто, видите, достаточно выровнять, потому что немножечко красиво. Вот и все, есть плечо. Теперь второе плечо мы вяжем, девчонки. Значит, вернее, ну да, второе. Так, что мы здесь? Раз, два, три, четыре полоски мы оставляем. Начинаем с вот этой изнаночной, потому что здесь изнаночную мы тоже задействовали. И берем нашу нить. Продеваем в изнаночную ось изнанки. Вообще за первую нить вот я здесь привяжу. То есть я распустила первое колечко и привязываю нить. Потому что там у меня, кстати, я присоединяла вот так вот просто и лоханулась. Пришлось мне иголочкой, ниточкой подшить. И вяжу 6 рядов. Теперь вот эту вот часть, это плеть правая плечика. Так, 6 рядов есть. Вот второе плечо. Делаю то же самое. Закрываю все петли. То есть всего я провязала 6 рядов после
вот этой вот горловины. И то же самое, закрою все петли и сошью плечико. Так, последняя петля. Эту снова я обрезаю, одну оставляю и распускаю ее, как бы заканчиваю это закрытие петель. Теперь сейчас я сошью плечо, и мы с вами будем вязать следующим этапом горловину. Итак, девчонки, вот что у меня получилось. Кстати, горловину перевязываю второй раз. Ой, тут распускается. Значит, что у меня здесь? Я сшила, да, плечи. Теперь перевязала сюда нить рабочую. Вот она привязана, девчонки, привязана. И теперь у меня, мне нужно 12 раппортов. 12 раппортов по 4 петли равно 48 петель всего мне нужно. 13 хочу. Значит, соответственно, 13 все-таки плюс 4, 52. Я хочу объемную горловину, девчонки. Если вы хотите уже, тогда пересчитывайте на другие, как бы, количество петель, но обязательно, чтобы было кратно 4, обратите внимание. Значит, здесь у меня вот открытые 15 петель. Давайте будем считать. Минус 15 равно 37 петель. Мне нужно еще добрать. Сейчас я буду... Смотрите. Так, по боковой части до плеча. Раз. Два. Я не из каждой петли, я добавляю. Если без каждой петли, то было бы 6 петель дополнительных. А у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, и вот из, как бы, из шва, из плеча 8. Значит, здесь 8. Давайте еще эту посчитаем сюда. 8. И из спинки, смотрите, здесь вот 9. То есть по боковушке, вот она, боковушка, я набрала 9 петель. То же самое мне нужно будет и здесь. Каким-то образом, никаким, а понятным образом брать 9 петель. Поэтому я отсюда от 37 отнимаю 18. И остается 19 петель. То есть по спинке мне сейчас нужно набрать здесь 19 петель. Здесь у меня 12, 13, 14, 15. То есть 4 петли отсюда, смотрите, мне не хватает 4 петли, значит, у меня здесь 15, и из вот этого промежутка, вернее, из вот этих вот частей я вытаскиваю по одной дополнительной петле. Вот смотрите, 1, и за оба уха 2, 3, 4, 5, 6, дополнительную, смотрите, я цепляюсь за обе стеночки. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, дополнительная 17, 18 и 19. Есть. И теперь осталась вот эта вот часть.
где я набираю 9 петель. И начиная с вот этих вот кос плеча, их тоже задействуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и отсюда где-то девятое. Все, мы набрали 52 петли. Это я так хочу, такой объемный воротник. Вы же делайте то, что хочется вам. Можете уменьшить, можете увеличивать. Далее, отталкиваясь от вот этих вот центральных петель, мы вяжем, вписываем эти все петли в узор. Значит, 3 лицевые. Знаете, девчонки, может, все-таки крючком проще. Одна изнаночная. А ну-ка, напишите мне, пожалуйста, в комментариях свои предположения. 3 лицевые. Если приспособиться, да? Наверное, все-таки проще крючок пихать, чем палец. Сейчас еще поищу. Нет, нет, у меня здесь мне нужно делать переворот. Толстого крючка сейчас нет. И у меня просто, девчонки, шкафа не было. Я заказала шкаф. И сейчас мне нужно его упорядочить. Вот, и найти толстый крючок. Он у меня есть. Вот так вот, девчонки, села у меня батарейка, но я думаю, вы поняли, что я хотела сказать, что вот эти вот 4 полосы, которые у нас оставались, петли на передней детали, вот под их нужно, под них нужно подстроить весь наш узор. То есть, отталкиваясь от них, вот как мы начали здесь, изнаночной, и так закончили вот здесь вот изнаночной. То есть на вот это вот количество петель это как раз и есть 13 раппортов, 4 из них с передней детали. И я продолжаю вязать вверх горловину. Так, провязала я 22 ряда, и получается у меня 33 сантиметра высоту. Ширину сейчас вам скажу, на эти 52 петли, сколько это ширина воротника, широкая, да? И воротник я хочу как бы с двойным подгибом, 35 сантиметров. И теперь закрываю петли. Значит, здесь чуть по-другому. Я поворачиваюсь вот на изнанку и эту нить я оставляю здесь и справа налево. Я не знаю, почему-то мне кажется, что так лучше будет. Может, я ошибаюсь, что оно как-то не так будет криво. Посмотрим, сейчас посмотрим. Если нет, то не получится вот то, что я как бы вижу, то обычно закрыть. Так, здесь пробуем крючок. В общем, пришла я так, не забываем изнаночный. Пришла я к выводу, что все-таки нужно приспосабливаться, учиться приспосабливаться, и тогда да будет нам счастье. Все получится очень круто. Ищу ниточку, вы представляете? Так, вот последняя петля моя. Здесь я снова оставляю одну, отрезаю ниточку, оставляю одну петлю, распускаю ее и пропускаю через эту последнюю петлю, да, все-таки так задом наперед. Мне кажется, лучше. Ну, то есть нет вот этого, вот этой, смотрите, нет ступеньки большой. Да, моя интуиция меня не подвела. Вот.
Так, и что теперь я делаю? Горловина готова. У меня вот будет вот такой вот двойной отворот. Тут я присоединила клубочек. Я это все дело продену наизнанку. Вот, теперь осталось не рукав. Для рукава, девчонки, внимание. Привязываю, вот, распускаю одну петельку, привязываю нить. И мне нужно набрать 28 петель, 14 петель по одной стороне. Кстати, здесь вот у меня, видите, вот это, что я говорила, не привязала, и мне пришлось фиксировать. Сейчас привяжу за вот эту вот. Так, 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Отлично. Двенадцать, тринадцать и 14. Так, теперь точно так же, как горловину, здесь у нас будет 7 раппортов. Мы начинаем вязать по кругу. То есть по узору 3 лицевые, 1 изнаночная. Так, рукава я уже связала оба, один не закрыла. Единственное, что я вам скажу, вот они мои рукава. Я связала длинные, я так хочу, покажу вам на себе под жилетку. Сейчас закрываю точно так же, как горловину, и провязала я... Сколько я рядов провязала, вы не знаете, сейчас посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 48, 44 ряда. Вот, в сантиметрах это у меня. Так, в сантиметрах. Это 63 сантиметра у меня. То есть это с отворотом совсем. Вы, если не хотите, вяжите короче. Ну, тут уже меряйте на себя. Здесь очень-очень легко все определить и подкорректировать. Все, я закрываю петли и показываю вам на манекене и на себе. Смотрим результат, девчонки. Вы посмотрите, какая прелесть за один день. Это же чудо. Чудо чудесное. Смотрите, быстро, просто, красиво, стильно. Все как нам надо. Все как мы любим, девчонки. Сейчас я сфотографирую на себе. Сразу прошу прощения за очки. Я после операции, у меня еще швы и пластыри на глазах. Поэтому я либо отрежу голову, либо буду фигурировать в солнечных очках, чтобы не показывать свой ужас. Вернее, не ужас. Все прошло прекрасно, моя операция. Вот. Ну, покажу вам обязательно, уже жду, когда это все сниму. Главное, швы и синяки, чтобы прошли. Я очень хочу к вам в прямой эфир. Все результаты операции я вам обязательно покажу. Вы это все дело оцените, обсудите. Все как положено на Ютубе. Так, вот такой вот джемперочек. Я вообще в шоке. Я довольна очень. Я уже вижу длинный кардиган из этой пряжи. Я уже вижу короткий бомбер. Я уже вижу толстовку. Я все вижу, девчонки, и все будет. Все. Сейчас я с вами прощаюсь. Сфотографирую на себе и сниму.
Сейчас вам все покажу в конце видео. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!